Доброго времени суток. Итак, начнем дальнейший обзор. Предыдущий раз я не назвал, как называется эта сосна. Это не сосна, кедровый стланник. От слова стелиться. Так, поехали. Смородина белая. Три ствола. Отец, брат, свата, ежи сим. Вот там ягодки торчат. Сосед отдал. Копанул я здоровый куст и вот из него сделал. Так. Это вяз шершавый. Уже давно у меня сидит. Особо с ним ничего не делаю. Практически сам сформируется, сам сформировался. Так, дальше. О. Это смородина, по-моему, черная. Не знаю, буду я что-то с ней делать, не буду. Под вопросом. Берескрет крылатый. Тоже так сидит пока. Не знаю, что буду делать. Нет. Шифлера моя любимая. Берючина. Так, воткнул ее просто. Сосна. Форзиция. Довольно-таки так интересная. Только сейчас пошла. Вон сколько у нее веточек будет. Интересно, долго разгонялась. Так, воткнул, нашел корешок, воткнул и все. Особо ничего не делал. Сосна, по-моему, черная. Вроде пошла. Что-то у меня с соснами как-то не ахти. Поэтому соснами, хвойными, в общем, я не занимаюсь. Красная смородина. Довольно-таки интересная. Мне нравится. Тоже воткнул и воткнул ее. Вот так получилось. Интересненькая довольно-таки. Красная смородина каскад. Не знаю, получится, не получится, но... Это сакура уйдет. Уедет, вернее. Вот там еще сакура. Это бересклет бородавчатый, бородавка. Ну, особо не работал так. В дальнейшем буду работать. Это черная смородина, по-моему, насколько я помню. Довольно-таки интересная. Буду работать скоро с ней. Это еще сосна. Калина маленькая. Красная смородина. Немножко болели, поэтому две ягодки всего. Еще красная смородина. Ну, ягодки есть здесь. Это в этом году я ее сделал. Так, мне нравится. Со статуэткой. Крыжовник. Собирались выкидывать. Я его себе забрал. Ну так, вышло. Довольно-таки интересно. Мне очень нравится. Ствол, правда, вот этот мертвый. Может быть, обыграю. Резать навряд ли буду я. Две штуки. Кумкват и хинки. Вот до этого удалил я все листья большие. Пошли. Потом он у меня замер. Больше года сидел вообще полумертвые, не двигались. Сейчас вроде начинает оживать. Так. Яблоня. Red Sentinel. Низок я себе оставлю. Вот столько. Мне нравятся вот эти красные яблочки пятиугольные. А верх должен уехать. Ну, если бы только воздушная отводка получится. Я никогда не делал, не знаю. Яблочки даже сидят вон там вот. Вот, несмотря на воздушную отводку, сидят яблоки. Груша. Года два, наверное, назад я ее так нашел. Не знаю, буду делать, не буду, пока как-то. Душа не лежит.
В этом году копал. Это калина. Зарекся, я думал, что это будет последнее, больше не буду копать ничего, потому что так хватает растений, есть чем работать. Вот, ну, как бы посмотрел, ствол интересный и забрал вот такой ствол. Очень интересно. И вдогонку через неделю практически такой же ствол калины нашел там же. Ну, грех не забрать. Вот и забрал. Всем спасибо.